Привет всем, меня зовут Алексей, приветствую вас на канале My Reason to Play. Если вы спросите меня, какой синтезатор может служить источником вдохновений, я, не раздумывая, назову Циклон Басбот ТТ-303. Как можно понять из названия, это один из клонов Роланда ТБ-303. Но что-то отличает его от всех существующих клонов и вообще всех грувбоксов и синтезаторов, которые я знаю. И об этом мы поговорим в сегодняшнем видео. На вид синтезатор немного меньше моего Behringer TD3, моденного немножко. Если хотите, можете посмотреть отдельно видео, где я его модил, добавлял всякие функции. Но речь сейчас не о нем, а о вот этом небольшом синтезаторе. С виду тут ничего особенного, обычный клон 303. Мы имеем глянцевую панель, к сожалению, достаточно мягкую, то есть на ней остаются царапины. В принципе, сам синтезатор сделан неплохо, крепко. Но вот эти поверхности довольно-таки капризные. Снизу у него софт-тач покрытие, поэтому оно тоже царапается. Мне пришлось приклеить дополнительные ножки. Внутри собран достаточно качественно. Единственное, опять один из минусов, ручки не прикреплены к корпусу, то есть потенциометры напрямую впаяны в плату и ничем не крепятся. И вот, шатая эти ручки, мы расшатываем сам потенциометр на плате. К сожалению, это болезнь множества устройств и в Behringer также, но тут цена в несколько раз выше. Хотелось бы что-нибудь, конечно же, попрочнее, но, к сожалению, имеем, что есть. На боковой панели тоже очень много всяких выходов, но это именно выходы, то есть это управление внешними устройствами. CV-сигналы из внутреннего секвенсора будет полезно, если, может быть, есть желание поуправлять этим секвенсором, другие полумодульные синтезаторы или Еврорек. А вход, к сожалению, здесь только один, на внутренний фильтр. Но, тем не менее, можно использовать этот синтезатор как педаль эффектов, пропуская через знаменитый 18-децибельный фильтр. Переключатель волноформ, пила прямоугольник, вход-выход MIDI, ну и стандартные наушники, моносигнал и питание с выключателем. Очень хорошо, что есть здесь выключатель. Люблю, когда ставят выключатели, и можно, не выключая блок питания из розетки, отключить синтезатор отдельно. Под корпус производитель заглядывать не рекомендует, но там есть два подстроечных резистора, которыми можно сдвинуть частоту открытия фильтра. То есть можно либо прикрыть фильтр катов, либо открыть его сильнее, что на максимальных значениях этой ручки он будет просто свистеть очень сильно. Я это не люблю, поэтому я прикрыл. И на малых значениях частот у меня получается такой больше перкуссионный звук. И также там есть подстроечный резистор для резонанса, тоже для любителей свистящих резонансов можно его сильно открыть, но я тоже немножечко его прикрыл относительно заводских настроек. И прежде чем перейти к необыкновенным функциям, которыми обладает этот бас-бот, он именно бот, то есть он, как говорят производители, обладает небольшим интеллектом искусственным, и в этом мы убедимся. Ну, давайте посмотрим сначала стандартные функции. Вот эта ручка у нас выбирает режим работы этого устройства. Вот начнем мы с MIDI. Самое простое – это базовые настройки синтезатора. Здесь мы можем выбрать MIDI-канал. То есть зажимаем Function и выбираем MIDI-IN. И мы можем задать номер MIDI-канала. Вот, допустим,
У меня сейчас пятый MIDI-канал. То есть он будет управляться на пятом канале MIDI. MIDI-out мы тоже можем задать выходной MIDI-канал, если хотим управлять этим секвенсором другими устройствами через MIDI. Если же мы хотим использовать MIDI Аутпорт как MIDI True для создания цепочки синтезаторов, то мы нажимаем вот эту кнопку Next Tab, у нас убирается номер канала, и MIDI начинает работать в MIDI True. Здесь же мы можем настроить цвет интерфейса нашего устройства, допустим, Function LED. И вот у нас доступна палитра цветов, можно сделать, допустим, какой-нибудь синий интерфейс, и у нас вот все кнопки становятся синими, когда мы их нажимаем. Но по умолчанию он идет красным, пока так оставим. Также мы можем настроить gate time. Gate time – это длительность срабатывания ноты от нашего секвенсора. Вот по умолчанию она 6, но я сделал покороче, чтобы, убирая decay, получать совсем короткие перкуссионные звуки. Опять же, мы можем сделать ноту длиннее, и при открытом decay у нас будут очень длинные ноты. Также мы можем задать slide time. Это длительность слайда между нотами, то есть глайда или легато. По умолчанию она единичка, я немножечко увеличил. Мы можем задать shuffle. По умолчанию он выключен. Я его пока тоже оставил выключенным. И еще здесь мы можем, собственно, играть ноты прямо оттуда, с этой клавиатуры. В этом же режиме синтезатор принимает входящие MIDI-ноты на указанном канале, либо если MIDI-ноты не идут, то он принимает транспорт, старт-стоп и темпо синхронизирует. С помощью громкости MIDI-ноты мы можем задавать акцент. На большой громкости у нас будет идти акцентированная нота, на средней громкости обычная нота, а на более низких это приглушенная с мьют. Но об этих модификаторах мы еще поговорим. Чтобы задать слайд с MIDI, надо просто одну ноту немножечко выдвинуть относительно другой, чтобы они перекрывали друг друга. Также через MIDI можно выбирать паттерны, которые мы задали здесь, можно их переключать. К сожалению, используется не стандартный программ Change, а просто нижние ноты, но их тоже можно использовать при желании креативно. Ну, давайте теперь перейдем к стандартному секвенсору. Это режим Write Pattern, то есть создание паттернов. Тут пока ничего особенного. Единственное, этот секвенсор более удобный, чем стандартный 303, и здесь гораздо больше банков влезает. Вот этот переключатель переключает пользовательские банки. Их получается 9 штук. 1, 2, 3 и так далее. В каждом банке доступно вот 12 паттернов плюс 4 страницы в каждом банке. Вот эта кнопка Page переключает страницы. Вот у меня 12 паттернов. Переключаем желтая, вторая страница, еще 12, зеленая и синяя. То есть 48 паттернов в каждом банке. Ну, давайте какой-нибудь выберем, допустим, пятый банк и попробуем создать паттерн. Нажимаем номер паттерна и после этого нажимаем кнопку Edit. У нас моргают все вот эти 4 кнопки, обозначающие конец паттерна. То есть у нас он сейчас пустой. Здесь, в отличие от стандартного секвенсора 303, не нужно указывать размер паттерна, а мы можем прямо забивать ноты, и сколько у нас получится длина паттерна, столько и будет у нас нот. Ну, давайте для примера что-нибудь введем. Вводим ноту, нажимаем Next, следующее. Если хотим сделать пустую ноту, мы нажимаем вот эту кнопку Hammer. Если хотим сделать длинную ноту, нажимаем Mute, то у нас предыдущая нота будет звучать. И прослушать паттерн всегда можно кнопкой Start. Также на каждом этапе мы можем задавать модификаторы. Сейчас у нас нота До без каких-либо модификаторов. Следующая, допустим, нота До у нас будет на октаву выше. Я нажимаю Up. Следующая на октаву ниже. Следующая, допустим, будет с акцентом и со слайдом. То есть плавно переходить. Потом у нас будет тишина. Следующая нота. Тут тоже можно акцент какой-нибудь выставить. Слайд. Вот как-то так задается паттерн. Вот мы его видим, он мигает у нас красным. Нажимаем Edit, редактируем.
Количество шагов я сейчас не знаю. Я могу оставить так, вот как написал, сколько есть шагов. Но если я хочу вписать, допустим, в сетку стандартной 16, 32, 64, я дохожу до конца паттерна, когда мигают вот эти кнопки, и удерживаю Next Tab. Вот видите, пробежала вот такая гирлянда, значит, паттерн округлился до 16 нот. Еще, если я удержу, будет 32 и так далее. Навигация по шагам происходит кнопками Next и Back. То есть Back мы возвращаемся на предыдущий шаг, а кнопкой Next на следующий. Кнопкой Clear мы возвращаемся на начало секвенсора. Ну, вот это такой стандартный секвенсор, самый обычный. Вводим ноты, играем, все понятно. Такое есть у многих синтезаторов. Но вот тут вот начинается самое интересное. Тут начинаются фишки, которые есть только в данном синтезаторе. Следующий режим – это Loop Edit. Это режим создания паттерна только в реальном времени. То есть мы слушаем паттерн и изменяем его. То есть мы можем прослушивать его и прямо в реальном времени нажимать модификаторы, менять ноты и слушать. Для этого рекомендуется понизить, я вот отключу MIDI-синхронизацию, понизить скорость, чтобы показать, что я темпо понижаю именно здесь, понизить скорость паттерна и послушать каждую ноту, изменяя их значение в реальном времени. Вот я внес какие-то модификаторы, немножечко изменил секвенцию. И этот паттерн у нас всегда доступен в нашем банке паттернов. Мы ему также можем задать цвет, если хотим. Для этого также нажимаем Function LED и выбираем цвет. Только в этот раз не для всего устройства, а для просто этого паттерна. Вот у нас он стал зелененьким. Его можно уже играть. Если мы хотим играть не деструктивно, то есть не поломать ничего нашими нажатиями, мы переключаемся в режим Play. Вот это на 12 часов основной режим. И можем включать его, играть и нажимать вот эти модификаторы. Немножечко о них. Down – это понижение октавы. У нас доступно до 2 октав вниз и до 2 октав вверх. Акцент – это когда открывается фильтр, повышается envelope и нота получается акцентированная. Slide – это плавное движение между нотами. Следующие два модификатора есть только в этом устройстве. Mute – это приглушение как бы рукой струн, если вы играете на бас-гитаре и приглушаете струны. Вот это Mute. И хаммер – это так называемый молоток. То есть, когда мы дернули струну один раз, но нажимаем лады несколько раз, играя именно вот пальцами лада, так и тут огибающее будет звучать немножко по-другому. Это все можно услышать именно в режиме перформанса. Мы можем зажимать какую-либо клавишу, и ноты, независимо от того, что прописано в секвенсоре, будут меняться по нашим модификаторам. Для этого после старта паттерна мы нажмем Edit и можем играть. При этом мы можем изменять как модификаторы, так и корневую ноту, от которой мы играем. То есть транспонировать нашу секвенцию. Что нам делать, если мы хотим, допустим, изменить ноты, которыми играет наш паттерн, так называемую гамму. Для этого у нас есть интересный режим арпеджиатор. При этом, если мы запустим паттерн, мы услышим просто тишину. Ничего не играет, потому что нет разрешенных нот, которыми можно играть. Вот, допустим, разрешим пару-тройку нот. И вот вы видите, он играет уже только разрешенными нотами. То есть это очень такой необычный арпеджиатор. Он не просто перебирает аккорд, как все арпеджиаторы, а перебирает наш паттерн, который мы задали ранее, в тех нотах, которые мы ему разрешаем.
При этом он сохраняет все свои функции арпеджиатора, то есть он перебирает ноты либо вверх, либо вниз. И как ему перебирать ноты, мы тоже можем задавать. Вот удерживаем Next и видим, что сейчас включен режим Up and Down, то есть оно перебирает и вниз, и вверх. Вот это случайный режим, то есть может вниз, может вверх ноту перебрать. Вот так только вверх перебирает, вот так только вниз. При этом, если нам понравилось звучание данного паттерна, мы можем его сохранить себе в банк. Просто выходим из режима редактирования и нажимаем функция «Копировать». Мы скопировали паттерн, переходим в наш банк, где мы создавали паттерны, нажимаем пустой слот и нажимаем «Function Paste». Вот у нас скопировался паттерн. Если мы зайдем в него, мы увидим, что он играет именно теми нотами, которые мы задали в арпеджиаторе. При этом наш оригинальный паттерн был записан в совсем другой тональности. То есть вы видите, да, черные ноты. И таким образом мы можем подгонять паттерны, если нам какой-то паттерн нравится, мы можем прогонять его через арпеджиатор, выставляя те ноты, которые нам нужны, и потом копировать и вставлять в наш банк. На этом функции стандартного секвенсора еще не заканчиваются. У нас есть режим Mutate. Вот эта кнопочка с Function. Мы выбираем паттерн и немножечко его модифицируем. То есть, оставляя основную канву, основной ритм, основной окрас и ноты, мы можем его немножечко слегка модифицировать. Function Mute, и у нас немножечко изменится он. Внутри паттерна мы можем также задавать длительность всех наших нот, Function Time. И мы видим 1/16 сейчас у нас. Можем сделать 1/32, 1/8 с триолью, 1/16 и сохранить наш паттерн с нужной нам скоростью. Если нам нужно вставить какой-либо шаг внутрь секвенции, мы нажимаем Function Insert. И у нас вставляется хаммер, то есть пустой шаг. И мы можем оставить его пустым, можем задать какую-то ноту. Если хотим удалить шаг, мы нажимаем Function Delete, и шаг этот удаляется. Если мы хотим отменить какие-то изменения, Undo здесь тоже есть. Для этого выходим из режима редактирования и нажимаем Back и Time. Back in Time, то есть назад во времени, отменить изменения. Back in Time. Мы отменили изменения, и у нас паттерн сейчас тот, который был до редактирования. Также паттерн можно сдвигать, шаги паттерна внутри секвенции. К примеру, вот здесь у нас начинается паттерн с пустоты, то есть стоит в начале хаммер и нет ноты. А следующая нота у нас звучит. Если мы хотим ее сделать первой, мы выходим из паттерна и нажимаем Function Back, и она сдвинет секвенцию немножечко назад. Вот вы видите, первый шаг у нас стал нотой. Если хотим сдвинуть вперед, то делаем Function Next. Вот у нас опять пустая нота. При этом сдвиг происходит циклически. То есть, если мы сдвинем еще раз, у нас уедет последняя нота и вернется в начало. То есть, зажимаем Function Next. И мы видим, что у нас появилась новая нотка, которая взялась из конца секвенции. Паттерны также можно транспонировать. Function Up. Function Down на полутоны. Но давайте перейдем все-таки к более интересным вещам, которые уникальны именно в этом синтезаторе, о которых я говорил в самом начале видео, которые являются, по сути, источником вдохновения. Это два режима, которых, ну, не видел я больше нигде. Первый режим – это режим пресетов. Режим пресетов – это заводские паттерны, которые шли вместе с синтезатором с этим. И, как говорит производитель, у каждого отдельного экземпляра свой набор пресетов, свой набор паттернов, и этим они уникальны. То есть у каждого будет своя секвенция, неповторимая на борту BassBot. Мы также выбираем банки, как и в нашем пользовательском режиме.
Только теперь у нас доступно 12 паттернов в каждом банке. Причем, смотрите, когда я изменяю номер банка, у меня изменяется цвет. Это означает, что каждый банк имеет свой характер. Первые два банка – это у нас лидирующий инструмент, то есть набор каких-то паттернов, которые подойдут для лидирующей партии, первый, второй. Третий, четвертый, вот они такие зелененькие, это у нас небольшие такие глитчевые, ломаные ритмы, подойдут там для IDM-а какого-нибудь. Пятые и шестые банки основаны на ритме, то есть ритмическая составляющая здесь в приоритете. Седьмой и восьмой паттерны, это, мне кажется, больше подходит под какой-нибудь ACID, то есть там такие сложные комплексные ритмы и мелодии. А девятый характер – это аккомпанемент, то есть когда устройство выступает не лидом, а кому-нибудь подыгрывает. При этом каждый из понравившихся паттернов мы можем забрать себе. То есть просто выбираем нужный паттерн, как мы уже делали раньше, Function Copy, переключаемся в режим Read, выбираем наш банк и в пустой слот Function Paste. Вот у нас он загорелся синим, потому что мы его копировали из синего банка, и мы можем дальше уже редактировать его в зависимости от своих нужд, все, как мы делали раньше. То есть мы можем и в режиме Loop Edit подстроить ему модификаторы, в режиме Arpeggio подстроить ему нужные ноты, можем его удлинить, сократить, изменить и так далее. Также в этом режиме пресетов, как и в любом другом, если нам паттерн не нравится, мы можем его немножечко мутировать, то есть function mut, или перегенерировать полностью заново, function gen, function generate. При этом генерация будет происходить в зависимости от того, в каком характере мы находимся. То есть, если мы сейчас находимся в ритмическом характере, то и все паттерны будут генерироваться в соответствии с этим режимом. Но и это еще не все. Есть режим Lab, лаборатории по созданию и ритмов, и мелодий. В этом режиме у нас также доступны все 9 характеров, как из предыдущего режима пресетов. То есть мы, вот, допустим, выбираем ритмический характер, выбираем пустой слот, и после того, как мы нажмем Edit, мы можем задать тональность, в котором будет генерироваться наш паттерн. То есть пресеты у нас идут заводские, какие были, мы можем их перегенерировать случайным образом. В принципе, эта функция была и в оригинальном TB-303, когда там вынимаешь батарейки и вставляешь, и он генерировал случайный паттерн. Не знаю, фишка это или баг, пишите в комментариях, кто знает, но я думаю, что скорее это баг, то есть просто при старте устройства память не очищалась. И что там было, какой мусор в памяти секвенсора, то он и играл. Вот. Но эта функция сохранилась во многих преемниках. То есть даже в TD3 можно зажать вот эти две кнопки, чтобы сгенерировать паттерн. Также и тут мы генерируем паттерны в режиме пресетов случайным образом. Но у нас добавляются 9 характеров. В этом же режиме мы сами задаем тональность генерируемого паттерна плюс характер. Такого не было нигде, потому что, повторюсь, в режиме пресет она выдает абсолютно случайные ноты. В режиме Lab она уже думает, в зависимости от того, что мы ввели. Вот выбираем пустой слот, нажимаем Edit и задаем ноты и разрешенные модификаторы для генерации. Допустим, мы разрешаем
вот эти ноты, ну, что-нибудь типа дофригийского. И разрешаем модификаторы. Допустим, мы разрешаем на октаву вниз уходить, использовать хаммер, использовать акцент и использовать слайд. И после чего мы нажимаем Function Generate. И нам генерируется в соответствии с выбранным характером, с нотами и модификацией новая секвенция. Ритмический характер. Зеленый режим. Глитчевый такой. Лидирующий характер. Допустим, хотим сохранить этот паттерн. Выходим из режима редактирования, нажимаем Function Copy и забираем его себе из лаборатории в наш пользовательский банк. У нас он 5-й. Вот в свободный слот вставить. Мы видим, что теперь это красный характер. Опять же, мы можем поменять цвет, если хотим. То есть сделать ему какой-нибудь синенький такой цвет. И можем его скопировать и вставить для экспериментов. Еще одна фишка, которую я нигде не видел, я уже сбился со счету, сколько их здесь. Это задание ритма внутри существующего паттерна. Это сложно описать на словах, лучше посмотреть, как это работает. Для этого мы заходим в режим редактирования паттерна, включаем его и нажимаем кнопку Clear. У нас будет слышен звук метронома, и под этот метроном мы набиваем желаемый нам ритм. Это не только BPM, тап-темпо, это именно ритм внутри партии. Вот мы поменяли ритм паттерна, при этом сохранив все его основные ноты, все модификаторы. И вот эти вот различные варианты мы можем использовать внутри нашего трека, попеременно переключая ритмы. Как же мы можем создать трек здесь? Здесь есть режим трек, и он тоже достаточно простой и интуитивно понятный. Мы переходим в режим Track Write, это запись трека. И на устройстве у нас доступно 9 треков. Вот этим регулятором мы переключаем номер трека. При этом внутри трека номер 5 доступны паттерны из пользовательского банка номер 5. То есть тот, который мы с вами заполняли. Вот оно, номер 5. На каждой белой клавиши мы можем теперь задавать тот или иной паттерн из пользовательского банка, который у нас существует в режиме read. Причем мы можем задавать сразу несколько шагов. К примеру, вот 4 шага я вот так вот выделяю. Эта комбинация используется во многих других режимах. Если мы хотим выбрать несколько там нот, несколько паттернов, мы зажимаем один и потом другой для копирования. Причем, если мы выбрали несколько паттернов, скопировали, а потом выбрали один слот и вставили, она может объединить эти паттерны в один, если он влезает в 64 шага. Ну вот мы здесь выбрали, допустим, 4 шага, и все 4 шага у нас будет один играть какой-нибудь паттерн. Нажимаем Next, чтобы выбрать какой именно, и попадаем в наш пользовательский банк, где у нас, повторюсь, доступно 4 страницы, но мы использовали только там 6 паттернов, и мы выбираем номер паттерна, который будет использоваться на первых 4 шагах. Вот они загорелись ярче. Далее мы можем выбрать еще другие 4 шага. Нажимаем Next и выбираем, допустим, вот этот паттерн. И они будут играть по очереди. При этом мы не ограничены всего лишь 12 шагами. Мы можем зажать Page и выбрать еще 12 страниц нашего трека. То есть вот у нас секвенция на 8 шагов.
Если мы заполним еще 4 шага, если хотим удлинить наш трек, зажимаем Page, переключаемся на вторую страницу. И здесь еще можно выбрать какой-нибудь пресет. Итого у нас получается уже 2 страницы. 12 шагов плюс еще 4. При этом внутри каждого шага мы можем производить модификации нашей секвенции. В частности, транспонировать ее. Мы выбираем шаг, зажимаем Edit и видим, что здесь она играет от до. А допустим, здесь мы транспонируем ее на 3 полутона вверх. Здесь на 5 полутонов. Здесь на 7 полутонов. Если мы теперь хотим играть наш трек недеструктивно, мы переключаемся в режим Track Play и играем его. При этом нам доступны также все модификаторы и транспонирование, как в остальных режимах. Если мы хотим зациклить какой-то участок, допустим, вот этот, мы выбираем размер, также удерживая две кнопки, и получаем луп. Чтобы удалить весь трек, мы нажимаем Clear и Page. Clear Page очистить страницу и держим 5 секунд. Все, у нас трек удалился. Вот такая вот тут интересная штука. Играть, не переиграть. Особенно с режимом Lab. Пишите свое мнение. А на этом все. Всего доброго. Пока. Thank you.